Ребят, всем здрасте! Приветствую вас на своем канале. Меня зовут Евгений Павлович, я диктор, актер звучания и тому подобное, и так далее, и т.д., и т.п., и пыр, и дыр. Короче, это вторая часть, вторая серия Alan Wake. И так как я хотел бы показать вам, что получилось в прошлой серии. Кстати, ссылка на прошлую серию будет тут в описании. Если захотите посмотреть, посмотрите. Там очень много интересного и полезного. Ну, если сам процесс как бы интригует, интересует, то, пожалуйста, наслаждайтесь. Вот, а в данном случае что могу сказать? Свет, камера, мотор. Поехали! Ужас, ужас, ужас! Давай, давай, ух, ух, мистер Дух, давай, давай, жуть страшная, да, страшная жуть, да, именно так, я тебя сцапал, псих, чё? Сцапал! Я жуткий кошмар, мистер. Бойся меня, и ночью со мной лучше не встречайся. Я жуткий кошмар, мистер. Бойся меня, и ночью со мной лучше не встречайся. Ага, хочешь меня прогнать, чтобы не бояться? Только не тебе решать, какой сон ты увидишь и когда. Хорошо, хорошо. Прошу прощения, прошу прощения. Извините, извините. Хорошо, извините. Хорошо. Извините, 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 извините. Бу. Короче, вот, ребят, что получилось в прошлой серии, еще раз говорю. Ссылка в описании. А вторая серия. Чё, поехали. Погнали. Вау! Бу. 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 Boo. 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 Вот эти «бу», как будто блюешь здесь. «Бу». Бу. 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 Нет. Бу. Бу. Что за херня страдает? Бу. 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 Сейчас выберу из этого всего. Это смешно. Нет, это смешно. Ладно. Пусть выбирает за то, за то. Так, минутку. Есть посторонние звуки, как? Вот так. Все нормально.
это не часть героя, это просто зевнул. Так. Вот здесь, видишь? Это все вот одна реплика. Одна реплика. Ладно, поехали. 57А у него, да? Было только что. Нет. Так, оп. I'll get him to the head. Я их достану в голову. Я их достану в... Я их достану в голову. Не, он же как-то. Я их достану в голову. В голову. Я их достану в голову. Ну, блин, нет. Блин. Ну, как ты так делаешь? В голову! Я их достану! В голову! Я их достану! В голову! Как он делает в конце? Как будто падает он. Лох! Я их достану в голову! Лох! По-моему, вышло. Теперь по таймингам, да, зайдем? Зайдет, если то, вообще шикардос. Я примерно, наверное, понял, что он там делает. Нет! Быстрее говорит. Собака. I'll get him to the head. I'll get him to the head. Я их достану в голову. Я их достану в голову. Не успел. Теперь осталось понять, правильно ли я. Я их достану в голову. Еще раз. Я их достану в голову. Ну, но. Но. Как он там делает? Почему я понял, что он будет бить? Потому что следующая фраза, посмотрите. Вот это, я их достану в голову. А следующая, удар локтем. Да, будет что-то типа того. И то есть, скорее всего, он что-то кого-то там... Я их достану в голову. Я их достану в голову. Сейчас по таймингу хочу проверить.
get him to the head. Отправлю две. Вот это, кстати, сейчас скажу, поделюсь с тобой. Нас учили до этого, точнее как, когда я смотрел тоже и узнавал, что как лучше, читал, ну, развивался, когда в плане дикторства вообще. Там была интересная тема такая, сказано, что когда вы будете начитывать, ну, это имеется в виду какие-то информационные ролики, рекламные ролики, просто, может быть, какая-то начитка, неважно, старайтесь всегда отправлять заказчику, ну, клиенту, один вариант. Не два, не три, не, ну, там, один вариант. Напишите и запишите несколько их. Сделайте их, ну, вот, несколько хороших штук и выберите из них самый лучший. Один. И отправьте один. Самый лучший. Самый тот, который получился, по вашему мнению. Те остальные, мой уже личный совет, если будете что-то начитывать, оставьте. Оставьте просто точно так же на дорожку левую вниз. Отправьте, да и все. Пусть будут. Если клиенту не понравится, чуть-чуть измененная начитка, чуть-чуть измененный тембр там или интонация какая-то, они впоследствии могут помочь. Ну, то есть за счет того, что там, допустим, вот там, ну, не знаю, отправили вот чисто вот этот, да, вариант, но у вас сохранился чуть другой. Вы отправили, вам клиент говорит, это что-то дерьмо какое-то. Ну, другими словами, не подходит, вот здесь что-то не получилось. Вы такие, а, хорошо. И отправляйте второй. Просто это как, уже просто как из опыта. Вот. Может быть, пригодится вам этот совет. Вы там дальше сами смотрите, кто будет этим всем заниматься. В плане начиток там и так далее. Делюсь бесплатно. А, нет, не бесплатно. Ставьте там всякую херню. Лучше друзьям рассказывайте о контенте. Может, им будет интересно. А мне приятно. Elbow strike. Ху-я! Удар локтем. Удар локтем. Вот так он. Удар локтем. Ну, последний раз это получилось как пес, короче. По таймингу вот это надо будет зарядить. Elbow strike. Ху-я! Удар локтем. Ну как так делает? Ху-я! Удар локтем. Ху-я! Я ощутил себя сейчас каким-то Брюсом Ли, который там... Ай-ай. Elbow strike. Ooh, yeah.
elbow strike. Хуя! Долго. Elbow strike. Хуя! Короче. Вот это сюда. Ну что, теперь поехали самое сложное из этого всего. Даже они там болтают, конечно. Я кошмарный сон, а? I'm a bad dream, and you can't wake up. You can't hurt a nightmare, because all dreams are only imagination. They're only in your head, and they're not there when you wake up. So you can't wake up, because I'm in charge now, and I don't want to disappear. Охренеть. I'm a bad dream, and you can't wake up. You can't hurt a nightmare, because all dreams are only imagination. They're only in your head, and they're not there when you wake up. So you can't wake up, because I'm in charge now, and I don't want to disappear. Я кошмарный сон, и ты не можешь проснуться. Кошмар нельзя убить, потому что все сны — это плод воображения. Они существуют только в твоей голове и исчезают, когда ты просыпаешься, так что ты не можешь проснуться, потому что сейчас я главный и не хочу исчезать. Хрен знает. I'm a bad dream, and you can't wake up. You can't hurt a nightmare, because all dreams are only imagination. They're only in your head, and they're not there when you wake up. So you can't wake up, because I'm in charge now, and I don't want to disappear. Все поняли, да? Что надо быстрее читать. Я кошмарный сон, и ты не можешь проснуться. Кошмар нельзя убить, потому что все сны — это плод воображения. Они существуют только в твоей голове и исчезают, когда ты просыпаешься. Так что ты не можешь проснуться, потому что сейчас я главный и не хочу исчезать. Теперь хрен знает точно. I'm a bad dream, and you can't wake up. You can't hurt a nightmare, because all dreams are only imagination. They're only in your head, and they're not there when you wake up. So you can't wake up, because I'm in charge now, and I don't want to disappear. А в тайминг-то я уложился. Я его оставлю. Я его оставлю. Я его оставлю. И еще один допишу. Я кошмарный сон, и ты не можешь проснуться. Кошмар нельзя... Тьфу, блин. Я кошмарный сон, и ты не можешь проснуться. Кошмар нельзя убить, потому что все сны — это плод воображения. Они существуют только в твоей голове и исчезают, когда ты просыпаешься. Так что не можешь проснуться, потому что сейчас я главный и не хочу исчезать. Мне не понравилось. Смысла не вижу. Я кошмарный сон, и ты не можешь проснуться. Простите. Я кошмарный сон, и ты не можешь проснуться. Кошмар нельзя убить, потому что все сны — это плод воображения. Они существуют только в твоей голове и исчезают, когда ты просыпаешься. Так что ты не можешь проснуться, потому что сейчас я главный и не хочу исчезать.
просто прослушаю-ка сначала. Нет, фигня. Вообще фигня. Нужно понять, как концовку говорить. И не хочу исчезать. Вот так можно сделать. А не хочу исчезать. Это фигня вообще. Потому что сейчас я главный и не хочу исчезать. Я кошмарный сон, и ты не можешь проснуться. Кошмар нельзя убить, потому что все сны — это плод воображения. Они существуют только в твоей голове и исчезают, когда ты просыпаешься. Так что ты не можешь проснуться, потому что сейчас я главный и не хочу исчезать. Фиг знает. I'm a bad dream, and you can't wake up. You can't hurt a nightmare, because all dreams are only imagination. They're only in your head, and they're not there when you wake up. So you can't wake up, because I'm in charge now, and I don't want to disappear. Ну, в тайминг я не уложился. Это прям факт. Чуть быстрее. Я кошмарный сон, и ты не можешь проснуться. Кошмар нельзя убить, потому что все сны — это плод воображения. Они существуют только в твоей голове и исчезают, когда ты просыпаешься. Так что ты не можешь проснуться, потому что сейчас я главный и не хочу исчезать. А вот это мне понравилось. А вот это мне понравилось. I'm a bad dream, and you can't wake up. You can't hurt a nightmare, because all dreams are only imagination. They're only in your head, and they're not there when you wake up. So you can't wake up, because I'm in charge now, and I don't want to disappear. Вообще огонь. Вообще огонь. Я даже отдельно послушаю. Охренеть. Офигеть. Конечно, да. Я бы испугался сам. Но мне понравилось. Это вот достойно было. А теперь пожёстче, да? Сколько там? My nightmare is the publisher people who want to make a contribution, so they can say they made a contribution. And then we end up with mullets in there, because they think mullets are funny. But it wasn't supposed to be about mullets, and now it's about mullets. And when it's in slow motion, they call it mullet time, because the numbers came back from marketing that mullet time is the hook we needed to go big in the target demographic. And they're not even kidding. They say it all like serial killers, with straight faces and smiles. Охренеть. Ребят, вот так заканчивается эта серия. Сейчас прослушаем, что там было. Ну, пока прослушиваем, я вас попрошу, наверное, взять, написать в комментах свои мысли по поводу того, как это вообще. Естественно, хотелось показать, что меня ждет дальше. Ну и в последнем отрезке вы, я думаю, поняли, что там ничего такого легкого, простого, а наоборот, очень тяжело и сложно будет. Но нет непреодолимых вещей. Предлагаю послушать. Наслаждаемся. Бу. Ха! Ха!
Я их достану в голову. Ня! Я их достану в голову. Ня! Удар локтем. Ла! Я кошмарный сон, и ты не можешь проснуться. Кошмар нельзя убить, потому что все сны — это плод воображения. Они существуют только в твоей голове и исчезают, когда ты просыпаешься. Так что ты не можешь проснуться, потому что сейчас я главный и не хочу исчезать. Я кошмарный сон, и ты не можешь проснуться. Кошмар нельзя убить, потому что все сны — это плод воображения. Они существуют только в твоей голове и исчезают, когда ты просыпаешься. Так что ты не можешь проснуться, потому что сейчас я главный и не хочу исчезать. Как по мне, из последнего, это вторая, конечно же, реплика, она должна будет зайти. Но это опять, как, мое субъективное мнение. Короче, ребят, что? Как всегда, лишь просьба подписаться те, кто не подписан. Если подписаны, то расскажите друзьям. Я думаю, конечно, это же очень важно. Но всяко. Я думаю, что им будет интересно. И если вам так тоже кажется, то почему бы нет, с вас не убудет. А мне... будет приятно. Вот, посему ставим лайкосы. Если не нравится, ставьте дизлайки. Если есть какие-то предложения, обязательно пишите это все дело в комментариях, потому что я комментарии читаю, на все их отвечаю. Ну и что, не болейте?